Можно паузу сейчас поставить? Я пока снимаю, не могу. Вот так вот, друзья, я сделала в рамочке. Всем привет, всех с чистым четвергом. Мы, правда, уже вчера накупались. Я так напарилась, что кипятком прям. А Эмиль, он не любит горячего, он почти холодной водой купается. Он с детства... Я холодный купаюсь. Да. Он с детства... Когда я его купала маленький, он так орал, он вообще не любитель купаться. И, но нет, сейчас, на речке я люблю, почему? Ну, на речке, да, не вынешь это. Но сейчас он нормально купается, но только горячей водой не любит. Вот. Ну, мы вчера накупались. Это, я сегодня, как его, покрывал там Эмилева постирала, суп готовила, посуду мыла, ну, как обычно, печку топила. Все дела, как обычно. Вот так вот украсила. Может, тут, конечно, света еще не хватает. Ну, в этой занозе переместится. Я это, может, трю такая модель переместить. Да. Ну, вот так вот. Слышите, какой? Тут, наверное, не слышно. Ветер ураганный. Тучи и ветер ураганный. Холод. Мы уже окно открывали. Тут теперь то раньше было замазано, а теперь тут дует в окно. Прям... Ну, ветер такой порядочный. Конечно, может, и кажется, что ерунда, но он дует вот сильно в окно. Тут как бы щели теперь. Так как мы уже форточку открывали, ну, когда потеплил, тут жара прям была. А теперь вон как. Черныш спит. Как обычно. Да. Котенок спит. Глянь, за ним как ухаживать. Черныш его моет. Мам его моет. Черныш сегодня, знаешь, как его вымывал, Эмиль? Как будто это дочка его. Чё, помахайся. Всех с чистым четвергом, да. Ну, всех с чистым четвергом или как там? Чистым четвергом. Да. Уроки будешь ты делать или как? Да, буду сейчас. Я тут сижу. Давай, Эмиль, ты не играй, а сиди делай, я прошу тебя. А я сижу делаю, ты иду. Я не вижу, что ты то делаешь. То и другое одновременно. Нет, так нельзя то и другое одновременно. Нормально делай, пожалуйста. Можно. Чё, Эмиль, давай нормально. Сейчас, дай мне выставить колесо ровно. Вот. Короче,
Эмиль ездил на базар. Ой, табуретку. Ой. Чего он тут покупал? Так, эти разговаривают, угостили. Та женщина сама к Пасхе. Просто салатики. Эмилев любимый, морковка по-корейски. Это какая-то еще капустка. Ну, всякие тут такие вот салатики. Капустка. Так, что тут еще? Почем картошка, Эмилюш? 15 рублей килограмм, а что так дешево? А, из того, что не очень-то, да. Тут много обрезать придется. Ну ладно, фиксим. А это что тут? В добавку, что ли, насыпал какие-то? 4 штуки какие-то, 3,5. На сколько? На 50 рублей картошка? Да. 4 килограмма ты брал? Хлеб-то почем сейчас? 36? Эмилюш. А? Хлеб 36? О, а ты тут еще и какой-то белый сделал, блин, половинку. Сосиски почем? 150? Как они называются-то? Сосиски? Да. А это косточки все это на угощал тоже, да? Ребрышко, да? Ну просто на суп на горячий. Так. Фу, сейчас я тебе суп налью. Ты будешь суп-то, Эмилюш? Тебе да. Прям большую чашку наливать? Да. С хлебом? Да. Точно поешь столько? Сейчас хлебушек отрежу. И хлебушек. Сейчас отнесу. Эмиль, а может ты на кухне покушаешь? Давай. Давай? Я тут тебе тогда сейчас все разберу в холодильник. Сейчас картошки понажарю. Ой, это я такая вся разбитая, у меня трудные дни. Сегодня. А перед ними у меня тоже всегда такое самочувствие. Ну, женские дни, кто понимает меня. Я в них не могу особо толком работать. Ну, вон Эмиль сегодня покрывало выстирала, прополоскала, повесила. Что тут? Ну, так вот, суп там, печку топить, посуду маленько, баночки всякие какие тут перемыл. Такие из-под этих всяких вот. Убрала все в полочку туда вниз. Это... Ну, может пригодится там что-нибудь вареньце, может, если будет вообще когда-нибудь лет. Уж прям тепло-то ж, пора бы. Прям уже это, надоело какой-то холод и холод и холод. Ну вот, сегодня еще картошку понажарю в сковороде, да и там салатик, сосисочка. Так, я в такие дни особо ничего не могу делать-то, живот болит, как говорится. Трудно я и переношу эти дни. У меня иногда перед этими днями даже бывает
И первые дни у меня как-то лицо немножко... Ты мне покушать-то дашь-то? А, ты говорил, я на кухне покушаю. Или все-таки у себя там? У себя. У меня в такие трудные дни иногда даже как-то лицо опухает. Бывает. И вообще как чувствую себя такой какой-то разбитый. Не важно. Не важно, да. Себя. Ну, быстро проходит три дня эти, там, 4-3 дня, они пролетают. В посадке авто нет. Да. У всех женщин, наверное, практически, я думаю, не очень легко они переносятся. А, так вот, ну ладно. Пойду Эмилию есть, сейчас отнесу. Горячее-то, горячее трудно нести. Может, все-таки на кухне бы поесть тебе? Нау. Что это ты тут и уроки делать, и есть, у тебя тут это. Нау. Вся жизнь тут, центр жизни. Давай это, как ее, записывай там эти алгебры свои. Это. Сейчас. Дай. Сейчас хлебушка принесу. Да нет, папку. Юзер. А. Рабочий стол. Штамп на 5 болтах. Эмиль, прошу тебя. Окей, ну-ка дай попробуй. Давай, наверное, сейчас покушай, потом сделай, доделай свои там эти... Все, что тебе там это... Окей, блядь. Чтобы мне душа это успокоилась. Окей, так. Свойства, полигончики. Да вы издеваетесь. Откуда здесь 32 тысячи полигонов? Да вон, скоты, вы издеваетесь. Что рычишь? Никак штампов нормально не могу найти, у которых непривычны полигоны. Эмилюш вчера весь накупался. Накупался. Молодец. Накупался. Может, разварки посмотреть? Так не хотел купаться. У меня где-то есть фотографии, где Эмилюш маленький сидит в корыте. Не надо. Орёт там на всю гору. I know. Соседи раньше думали, да что же у вас там происходит-то? Да это я Эмиль купаю. Орёт, как будто это. Я даже переживал. Ну что, нет, нормально. Почему ты так боялась купаться? Я ну что, нет, времени нормально. Я даже это переживал. Полок нет, нормально. Вы издеваетесь. Ой, так, ну ладно. Эти текстурами. Ля, ну вы издеваетесь. Хотя водички сегодня принесешь, что питьевая, Эмилюш? Окей. Так, у нас отдельно тут колонка, которая питьевая, вода далековато, которая чуть поближе, там мы ее вонючка называем, там вода такая, я не буду говорить. Ой, май гетс. Но она годится для стирки хотя бы, мыть посуду. Мой бутылок, так скажем, буду. Так, ну ладно, всем пока. Всех с наступающей. Ну вот это по Пасхой. Уж что тут осталось кабель. 2 дня? Отпусти. Ладно. Отпусти мой кабель. Ай-яй-яй. Каменюга. Каменюга. Почему все штамповки так много весят? Они весят. Ну ладно, они весят нормально. Да ну но... что такое? Штамп коле. Качество. Штамп качества. Такая пошта. Каменюжинская. Она тут все разносит. Весь дом. Дай мусорное ведро. Дай-ка мне каменюшку сюда. Тихо-тихо, она мне руки обдирает все. Она такая банда, это сверх. Садись ко мне. Она разносит весь дом. Мусорное ведро сегодня столкнуло. Я утром Эмиль говорю, Эмиль, выгони хоть в кухню, спать не дает. Это... Ой, это, выгони хоть это, в общем, ты ее это, в кухню. Она там все перевернула. Вот она спит. Ее черныш сегодня так заботливо всю мыл. Рил спит, блядь. Ага. Ну, погода-то какая, ничего это, такую погоду. Не знаю, без что делать. Без посадки авто нет. Бапанчики. О. Ну ладно, всем пока. Менюшка, ты проснулась уже?
Да, мама. Проснулась. Мама поспала. 30 секунд. Буду сейчас картошку жарить. Может... Отжарь всех. Похлебай супчику маленько, не знаю. Я еще пока с утра ничего не ел. Кофе мы попили с утра, да и все. Штамп колесо. Так, ну все, всем пока. Всё.